Сегодня вся наша страна отмечает скорбную дату – начало Великой Отечественной войны. 22 июня – День памяти и скорби. Прошел уже 81 год. Меняются поколения. Уходят от нас ветераны, но память вновь и вновь собирает нас у памятников, обелисков, у братских могил. Сотни траурных свечей горят сегодня в разных городах и селах. Вот и мы зажжем свечу памяти в честь тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу, кто дошел до Берлина. Пусть всех нас объединит память о соотечественниках, жизнь которых унесла война. Никто не забыт и ничто не забыто. Начинаем акцию «Свеча памяти». Свечи, которые горят у вас в руках, искорки огромного вечного огня, огня наших сердец. Они пылают так тепло, так ярко, освещая своим добрым пламенем нашей памяти. Давайте соединим свечи воедино у подножья мемориала павшим воинам и будем верить, что нас увидят герои той великой войны. Наступила торжественная минута зажжения свечей в память о всех погибших в годы войны. Прошу приступить к церемонии зажигания свечей. Пусть всегда будет мир, пусть всегда будет счастье, пусть всегда будет радость. На этом мы прощаемся с вами. Всем спасибо за участие.